Да, нужна скорая. Нет! Моя машина! День отстой. Полный отстой. Конечно, Лени. Граждане мира, минутку вашего жалкого внимания. Децек, Децек. Кучка спамеров, затаряющих ваши фиды. Спасители свободы вашей воли. По факту, обычные кулхацкеры, которым надо, чтобы на них дрочили. Ну все, хватит. Я преподам Децек урок. И Децек, считаете, что я не смогу убить вашу систему? Ну, что ж, позвольте мне представиться. Это ведь фигня, правда? Это фигня. Скоро избавимся от котиков. Джош брутфорсит криптоключ. Да заткнись ты! Так, ладно. Будем воевать? Еще бы, не позволим этим троллям в наглую нас сливать. Дедсек так просто не сдается. И что? Какой смысл в этой войне? Все равно они нас залочили, это ничего не меняет. Они здесь! Да ну нахер! Слушайте, Прайм-8 нас не остановит. Давайте без нервов. Итак, Прайм-8 продают эксплойты всем, у кого есть бабло. Да, сраное правительство, Блюм, Нудл, даже гребаные террористы. Сыны Рагнарёка. Что? Ну да, сыны Рагнарёка. Они продались сынам Рагнарёка. Надо как можно больше узнать об этой банде и их операциях. Мы не прогнемся ни под кого.
Йо, Джош, ты чего, а? Это война. Пусти. Запущу сообщение по своим каналам. У них наверняка куча врагов. Они дадут нам инфу. Туда, где солнце не светит. Чините Кики, а я поболтаю с Лени. Знаешь, где она? Она часто тусит в том клубе в Кастро. Знаю его. Маркус, есть минутка? Да, что хотел? Я тут просматривал алгоритм, который мы достали в Нудл, и с ним что-то не так. Результаты не верны. Хочешь, чтобы я взглянул? Да, если можешь. Я смотрел на алгоритм предотвращения преступлений, ну, после фейла на WKZ. Вот тут видно, как они размечают районы. Низкий риск, высокий или стрелять на поражение. Так эти районы в Окленде... Высокий риск. Территории банд. Логично. А вот это? Это, друг мой, CTOS без макияжа. Твою мать! Школы, клиники, магазины. Везде стрелять на поражение. А это субсидированное жилье. Этих людей просто выжили из Сан-Франциско. Куда им еще было податься? Запомни свои эмоции, Маркус. Они пригодятся при борьбе с Блюм. Ну да, еще как. Ты прав. Это несправедливость на высочайшем уровне. Ты это нашел, Джош. Ну, Рэй помог обойти фаервол, я бы не справился. Да, ну, это без... твоя заслуга. Молодец. Эй. Резьбу сорвало, знаю. Мы все на взводе. Между прочим, в этом монстре есть и мой код. Если CTOS предупредит о возможности перестрелки, копы задергаются. В общем, не сдохни. Я понял. Мамусик, папан. Привет. Мне надо кое-что узнать. Я заеду? Конечно, только тебе придется подъехать ко мне. У меня скоро встреча. В старом квартале? Именно. Хорошо, до встречи.
каждом углу. Просто шик. Это все детские. Чутка смухлевал, но... Да! Крутяк! Шикардос! Вставляем чип? Погодь! Я тащусь. А, абсосик пришел. Ну? Сколько карманных хакеров тебе помогало снять мой неснимаемый лог? Благодарность всем причастным. Ну, я могу попросить вежливо? Или просто отдашь ключ, и я пойду? Что? Это вирус-вымогатель, чмо. А что нужно-то, а? Короче, сделайте этот свой идиотский ролик. Надо же, ты нас фоловишь, не знал. А, небось хотите, чтобы пролы вас обожали? Хер вам по всей морде. Черт! Я хочу публичную трансляцию, где сказано, что ДЦК недостойны даже 5 секунд внимания общественности. И поживее. Поплачьте там. Это все? Угу. Пока. Но любой факап. И полетят головы. Да. А точнее имена, личности, натурально, кто есть кто, дрыщ. Черт, похоже, у нас нет выбора. А, шагай, учись. А пока давай, беги и сделай мне видос, который я хочу. Что она хочет? Видео, на котором мы на себя клевещем. Да пошла она. Мы напишем ей, что согласны, а сами ударим с тыла. Сыны наняли Prime8 загрузить вирус в банкоматы. Банкоматы? Вот оно. Они работают из своего штаба. В рондо-здание. Отправлю Гули туда на разведку. Встретишься с ним там. Саусалита, давай сюда. Я с вами.
Ачу Дэн Сек. Абазина Бил. Клик Стрик Дэн Сек. А, черт. Кто-то сливает данные членов DedSec. Что? Где? Я нашел телефон-автомат с каким-то железом. Он зазвонил, и на том конце включилась запись. Там было несколько имен. Стэнли, что-то там, Слик Стрик, Набиль Азари. А Вази. Да, я знаю Слика. Дело серьезное. Надо это быстро прекратить. Есть идеи? Может, снять это железо? Нет, оставь пока. Он перехватывает канал связи. Я смогу отследить исходящего абонента, но чем больше линий, тем лучше. Ясно. Поищу еще автоматы с железом. Хакеры будут искать террористов для ФБР? Похоже, таков план бюро. Наш город полностью зависит от CTOS, а количество кибератак растет. Поэтому ФБР принимает отчаянные меры для защиты системы. Как стало известно из доклада в Конгрессе, ФБР настаивает на полномочиях, позволяющих им использовать технологии хакеров. ФБР также намерено получить возможность заносить в черный список хакеров, даже если нет доказательств того, что они совершали преступление. Эй, Маркус, попробуй Роксана Квенья. Это эльфийский. Эй, Ситара. Джош, выведи на экран. От Миранды. За вами следят. Мой друг сильно рискует, передавая это. На вас открыта охота. Охота? Что? Это мы. Блин, сейчас. Смотрите сюда. Кто-то шпионит за нами, и он рядом. Эй-эй-эй. Вот уроды. Ладно, отшпионим их нахер. Эй, спокуха, чел. Валите. А я выйду отсюда и попробую засечь хвост. Да. Вон там фургон. Это они. Давай за ними. У нас есть фоторобот. Повисите. Сейчас пришлю. О, черт. Кто они такие? У них на нас куча всего. Тонна фоток и даже карта перемещений Джоша. И еще... Какого? О, черт, о, черт! Что? Это ФБР! Ты взломал ФБР! Слушай, я реально подключился к их каналу! Наш сервер пытаются взломать! Всем агентам сюда! Взять подозреваемого, быстро!
сила. Какой-то защитный процесс отслеживает наши действия. Сейчас. О, блин. Черт, помогите. Готово. Наконец-то. Что-нибудь запостить. Я немножко занят, Рэнч. А, точно. Рэнч, что за... Мы влезли в дела ФБР, чувак! Нужно свести использование связи к минимуму. Ладно, но... К минимуму, чувак! Лучше поговорим лично. Встретимся... Сам знаешь где. Рэнч? Рэнч? Чёрт! Значит, в кафе. Маркус, мы не можем связаться с Горацием. На звонки не отвечает, телефон не двигается. Можешь проверить, как он? Я отмечу на карте. Ага. Местная полиция обеспокоена действиями преступной группировки Тескас, причастной к нескольким убийствам на юге города. Убийства совершены с крайней жестокостью, не характерной даже для уличных банд. Начальник полиции заявил, что правоохранительные органы и СТОС смогут обеспечить защиту. Вон! Живо! Я слушаю. Что у вас случилось? Слышите? Оставайтесь на линии. Алло?
господи! Вон! Эй! На выход!
мной! Ты не соображаешь, что творишь? Приходите в скорую! Очень срочно! Так, полегче. Что случилось? Отсюда! Думать бы тебе как следует! Предупреждаю! Дерьмо кусок! Кто это сделал? Кто? Не до того. Нет, все не так. Чувак, ты помылся. Нравится тут, а? Еда... так себе. Ага. Ну и как? Не пойму, моя маска ее заводит или пугает? Главный офис ФБР в башне Делумса. Нам нужны остальные данные. Зачем? Затем. Что творится, какая-то хрень. Серьезная. Кучу хакеров знаю, и все говорят, что их пасут какие-то фургоны. Это не первый раз, когда ФБР пытается прижать хакеров. Ты с нами или сдохнешь, но... Сейчас? Да, учитывая нашу популярность. Ты доверяешь Рэю? Вдруг продался? Нет, нет пути. Ты можешь мне поверить. Так. Может, Миранда нам поможет? Думаю, да. Она использует апу для такси. Подрублюсь, подвезу ее. Вам что-нибудь принести? Я уже ухожу. Ну, можно вопрос? Угу. Эта маска пугает или заводит? Да. Может, выпьешь еще кофе? Удачи.
каком-нибудь друг... Мобильник нашел, но Горация не вижу. Что-то должно быть. Ну, вот камера есть. Ладно, ага. Нужно хакнуть камеру. Отмотаем назад, посмотрим, что да как. Вот Джон. А это кто такой? Давай уходи, Гораций. Да! Боже! Дай им отпор! Поверить не могу. Черт, они хотят его похитить! Мы должны узнать, кто это. Джош, включай распознавание. Блин! Есть контакт. Луис Травина. Черт, он из банды Тескас. А, Тескас? Дерьмо. Отследим Травина. Есть его номер. Похоже, часто бывает около одного здания. Лови координаты. Надо поговорить. Мозги твои куриные. Гораций, чел, я тут, держись! Скорую! Джош, звони в скорую! Тихо. Я здесь, друг. Тебе помогут. Держись. Черт. Он умер. Ситара, Джош, он мертв. Боже, Маркус, срочно уходи! Жопа! Жопа. Так, стоп. Тихо.
типа умный, да? Ну да. Умного не поймали бы. Теперь все, что знаете вы, будем знать и мы. Ни хера я не скажу. Иди ты. Иди ты? Это я иди. Нет, 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 нет! Нет, пута, но... Сука! Уходи отсюда, Маркус! Тебе надо идти! Блин. Давай. Еще рано. Хочу выследить ублюдков. Есть необычные сигналы сети рядом? Дофига. Совсем рядом. Все нашли. Кокаин, ставки, шантаж, травка, еще кокаин. Имена? Да. Отлично. Узнайте, кто похитил Горация. Хочу, чтобы Теска знали, что я иду. Так я сожги там все. Да, я сожгу их коноплю. Точно! Запрещенным пестицидом. Очень огнеопасный. Переключу орошение с воды на пестицид. Залей там все и сожги к чертям. Ну
начнем шоу. Думаю, это их впечатлит. Уходи оттуда. Мы пока найдем следующую цель. Ублюдки знают, что мы идем. Пора ударить побольнее. Мы с тобой. Они скоро отправят партию кокаина. Лови координаты. Уничтожь Кокс. Это их точно расстроит. Привет, есть что-нибудь? О, привет, Ретро. Слушай, мы все в Дедсек тебя поддерживаем. Гораций был отличным парнем. Он был бы рад это слышать. Ну, что там у нас? Мы взломали камеру и отсмотрели пару часов. Тескос загрузили лодку какими-то ящиками. И эти парни вооружены до зубов.
Трудности это по мне. Спасибо за инфу. Удачи, Ретро. Это их взбесит. Еще три. Банда, объект вооружен. Тонко, мне что, весь день за тобой гоняться? Говорит база. Поддержка с воздуха на подходе. Держитесь. Готово. Осталось два. Еще один. У меня есть еще. Вижу кровь. База, снова видим цель. Всем отрядом. Мы осмотримся еще раз. Цель где-то здесь. Вся партия уничтожена. Тескос поняли, что это война. Уходи оттуда.
кто-нибудь убьет! Чертов маньяк! Теперь Тескос на видео, которую убили Горация. Кто они? Самый главный — Скорняк Пабло. Его пока не нашли. Остальные — Луис Травина, Тина Уэрте и Хорхе Гутьерес. Они встречаются в высохшем канале, чтобы решить, что с нами...